Все участники мини-мисс Чернигова решили передать частичку своего тепла, любви и души своим сверстникам, друзьям и пожелать мира во всем мире. А сейчас давайте затаим дыхание и пригласим на сцену специального гостя и давнего друга мини-мисс Чернигова, руководителя международной гуманитарной миссии «Милосердие без границ» протоиерея Захария Кирстюк. До того момента, когда наша миссия стала работать в Украине, в связи с трагическими событиями, еще когда волонтерство не было очень сильно развито в нашей стране, всегда вот мой друг Янита, она всегда проявляла очень искренние и душевные чувства по отношению к бедным и несчастным детям по всему миру, которые страдают от того, что какие-то другие люди не могут найти между собой какого-то согласия. И вот сегодня, как бы в мирное время, здесь, вне зоны АТО, как сказано было, там находится, по нашим оценкам, около 80 тысяч брошенных детей по всей линии фронта. И эти дети, они сегодня остались никому не нужны. Практически совсем никому. Я объездил очень много стран, от Пакистана, Ирана, Ливии, Сирии той же самой. И скажу вам честно и откровенно, нигде не видел, чтобы собственных детей, собственному народу устраивали гуманитарную блокаду. Такого нигде, даже не помнится случай, как мы работали в Алеппо, в Сирии, и боевики Исламского государства удерживали половину города Алеппо, а вторую половину удерживали правительственные войска. И они оставляли коридоры, боевики, для того, чтобы с их части женщины и дети могли проходить в основную часть города, брать себе продукты с гуманитарной помощи и заходить обратно. У нас же мы наблюдаем другую картину. Гуманитарную помощь нельзя провести, хлеба, воды, ничего провести нельзя. Это страшная картина. И мы не боимся этого говорить, потому что рано или поздно правда станет на свои места. Я вам скажу откровенно, мы поставили, работая в Украине, 1164 тонны гуманитарной помощи на 27 миллионов. Так вот, из этих 27 миллионов, 85% это иностранные инвестиции. Большая часть это того, что наша миссия привлекает из-за рубежа. То есть наши дети не нужны даже собственному народу, даже нам с вами. Я хочу пригласить Яниту, где я ее не вижу? Янита, есть она, нету? Я хочу сказать спасибо этому человеку, человеку большой души и большого сердца. Вот я при вас вот так вот обниму ее немножечко. Я ее очень люблю за то, что она жива. Вы знаете, сегодня можно жить и быть мертвым. И многие сейчас, я считаю, что те, которые закрывают на голод детей в нашей стране, они мертвые. И вот когда Анита мне снова позвонила и сказала, что вот мы хотим сделать такое дело, я с удовольствием согласился и приехал сюда. Пускай это маленькая частичка. Я обещаю, что мы, когда сформируем следующий транс помощи, мы доставим все эти подарки в Мариинский детский дом, который находится в 12 километрах от Донецка, на самой линии фронта со стороны Украины. Там осталось 164 брошенных ребенка, никому не нужных. Спасибо вам большое, что вы живы, и что вы вот так искренне не остаетесь чужды чужому человеческому горю. И от себя лично, наверное, всех от нашей миссии я хочу вот преподнести вам вот эти цветы, чтобы вы всегда были такие радостные, жизненные, и чтобы всегда нас радовали. Спасибо вам за такие прекрасные слова. А мы попросим наше почетное жюри выйти из зала для подсчета голосов. Провожаем наше жюри самыми жаркими аплодисментами!